Пенсионерка Людмила Тарасова всегда ответственно платит за коммунальные услуги. Признается, особенно приятно, когда за такой подход можно получить небольшой презент. Поэтому каждый год участвует в новогодней акции от РКС «Самара». В Новый год без старых долгов. Оплачивает холодное водоснабжение и водоотведение до конца года и приходит за подарком. Очень приятно. Ну, а мне не все ли равно, когда платить? Месяцем раньше, говорю еще раз, месяцем позже. Ну, я считаю, что это маленькая, ну, во всяком случае, хотя бы эмоциональная, но радость. Традиционная акция РКС «Самара» в этом году стартовала 1 декабря. Абонентам для участия необходимо оплатить все долги, если они есть, и внести аванс за декабрь. Тогда они могут выбрать подарок – сладкий презент или скидка 100 рублей на январский платеж. Всегда приятно под Новый год получать подарки. С каждым годом число участников нашей акции возрастает. Категория граждан разная – это и пенсионеры, и люди в возрасте, и молодые люди. В этом году уже более 1000 самарцев приняли участие в новогодней акции. Всех участников ждут в центрах обслуживания клиентов РКС «Самара» до 28 декабря. Подарок и благодарность от компании за добросовестную своевременную оплату гарантированы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.